Вы на канале Ирочка Инфо. Всем привет! И сегодня мы снимаем «Добрая сестра» и «Злая сестра». Да, у нас сегодня будет такой видеоролик. К сожалению, у Ирочки пока нет сестры. Да, у меня пока нет сестры, а у мамы... Вернее, сестренки. Да. Ну, надеюсь, что скоро появится. А у меня, ребята, есть две сестры. Одна меня старше на 3 года, а вторую я старше на 9 лет. И у меня есть еще один брат, я его старше на 6 лет. Ну что, Ирочка, поехали? Да, начинаем. Давай. Сестра, сестра, я случайно разбила мамину любимую вазу с цветами. Не говори, пожалуйста, я нечаянно. Ирочка, да не переживай ты так. Я не скажу маме. Пойдем вместе уберем, и она ничего не узнает. Хорошо? Пойдем. Давай, пошли. Сестра, сестра. Что, Ира? Я случайно разбила мамину любимую вазу. Не говори, пожалуйста. Мама! А Ира разбила твою вазу, да еще и любимую. Ну, я же просила. Сестра, помоги, пожалуйста, домашнее задание сделать. Какой рюкзак тяжелый. Ой, сегодня нам такое задали. Ой, по-английскому сейчас. Ну, дай я посмотрю. Понимаю, да. Вау. Ну, дай твой рюкзак подниму. Вот так кирпичи наложили. Ничего себе, да, Ирочка. Как ты его поднимаешь? А, у тебя английский? Ну вот. И еще у меня домашнее задание. Вот. Ага, ты должна все эти слова вначале выписать с текста, потому что они незнакомые. Да. И перевести. И потом тебе станет легче, и ты сможешь переводить текст. Да. Понятно? Угу. Да, это совсем не сложно. Давай, если не поймешь, обращайся. Я все время, я с радостью тебе помогу. Хорошо? Спасибо большое, теперь я все поняла. Давай, давай. Сестра? Что, Ира? Я со школы тут пришла и не могу понять домашнее задание по-английски. Что у тебя? Давай показывай. Быстрее, у меня нет времени. И что тут непонятного? А как? Я не понимаю. Знаешь что, берешь книгу, смотришь, да. Смотришь хорошо, смотри хорошо. Смотрю. Запомнила? Да. Тебе надо перевести или да. Пересказать? Перевести. Ага, смотришь, смотришь хорошо и хоп, запомнила. Понятно? Ирочка, привет! Ты кто? Я Блум, огненное крыло! Сегодня мы победим Валдера, еще Даркара, еще мы пойдем и у нас будет, мы получим... Подожди, подожди, моя малышка, подожди, у тебя еще... ресничка упала. Ты так заигралась, что ресничка у тебя упала. Ну, подожди, подожди. И еще у нас сегодня будет новая сила Беликс, а еще мы найдем новую фею Рокси, еще других фей спасем, а еще мы получим хочешь... новое белое кольцо. И ты хочешь, чтобы я с тобой поиграла? Да, ты будешь же Стеллой или Рокси? Давай, идем играться, пошли. Идем. Ира, не жужжи! Ира, у меня пухнет голова от тебя уже. Огненное крыло, защищайся. Ты со своим Винкс меня уже достала, честно. Но мы сегодня должны обязательно тихо. Победить Трикс и Эльдаркара, а еще и Валтера. Тихо, тихо. Хочешь поиграться? Да. Хочешь, чтобы мы вместе поиграли? Да. Ну, поиграемся. Давай, видишь это окно? Да. Сейчас я тебя схвачу, да. Подниму тебя на руки, да. Подойдем к окошку, да. Я тебя сброшу, ты будешь летать с 9 этажа, как настоящая Винкс. Хочешь? Я заигралась, спасибо. Давай, я, давай. Я одна поиграю. Жужжалка, блин, сколько можно жужжать? Подняла всю квартиру.
Алло. Да, да, привет, моя дорогая. Да. У тебя как? Хорошо, хорошо. Привет, сестра. А ну подожди, подожди, тут пришла моя сестренка. Да, да, я тебя наберу, хорошо, да, давай. Что, Ирочка? Я не могу уснуть, почитай мне вон ту сказку у тебя на полочке. Масенька, чего ты не можешь уснуть? Мне кошмары. Кошмары? Очень снятся. Такие страшные-пристрашные. Я вот эту сказку хочу. А, ну давай, иди сюда. Мне знакома эта ситуация. Иди ко мне. Жила-была принцесса. И была она необыкновенной красоты. Такая, как эта принцесса, никто не видел такой принцессы. Она была самая красивая на свете. И жили они долго и счастливо. Ирочка, Ирочка, ты здесь уснула? Ирочка, просыпайся, иди к себе. Интересная сказка? У тебя так мягко, и сказка такая интересная, интересная. Давай, иди ложись спать. Давай, ты уснешь, надеюсь, теперь? Спокойной ночи. Спокойной ночи, хорошая. Давай, иди. Ира, ты что пришла на ночь глядя? Не могу даже поговорить ни с кем. Уснуть не могу, мне кошмары страшные снятся. Я хочу эту сказку. И что? А я тебе чем могу помочь? Почитай. Ты что, сама не умеешь? Я не умею читать. Ладно, слушай. Сейчас я тебе почитаю. Эту. Давай. Жила-была принцесса. Очень красивая. Такой красоты никто не видал во всем мире. И жили они долго и счастливо. А те все сейчас, детки, которые слушают эту сказку и пойдут спать, к ним придут ночью монстры и сожрут их. Мамочка, пойди, мы спокойной ночи. Пока-пока. Ирочка, ты постоянно играешь. Ты уже в школу ходишь, и ты все играешь и играешь. Это тебе... у тебя новые вкусные шоколадки. Да, тебе уже детский сад назад пора. Хочешь? Хочу шоколадку, можно, пожалуйста? Давай, угощайся, угощайся. Я так и знала, что ты попросишь. Какая вкусная. Приятного аппетита. С вафелькой. Угу. Спасибо, ты очень добрая. Давай. Тоже поделюсь. Хорошо. Я! Ира! Привет! Ты можешь чуть-чуть потише? Привет! Я оглохла от тебя. Шоколадки. Можно и мне одну? Пожалуйста, одну. Я с тобой делилась. Магазин еще не закрылся. И шоколад там еще есть. Давай-давай, пошла и купила. Ну хорошо. Быстро. Все ей подавай. Замучила. Прилипала. Что, доброе Ирочка? Утро. Доброе. Я не могу косички собрать. Пожалуйста, помоги. Угу. Я хочу, чтобы в школе была самая красивая. У тебя уже такой длинный волос, мне кажется, надо его немножко подкоротить. Спасибо. Ну все, ты готова теперь, иди в школу. Иду, спасибо. Удачного дня. Ира, ты когда-то отстанешь от меня? Добрая. Чего пришла? У меня косички распустились. Помоги, пожалуйста, заплести. Окей, давай иди сюда. Ай. Терпи, ай. Как хотела мне длинные волосы. Ай. Я сейчас сделаю самую клевую прическу. Все твои подружки обзавидуются. О,
Нравится? Посмотри в зеркало. А? Красотка. Да-да. Давай-давай. Тебе хорошо. Папа, удачного дня. Вот, ребята, мы вам показали сестер, какие бывают сестры, какие бывают отношения между сестрами. И не забывайте, ребята, самое главное, что родной человек – это самый важный, это ваша роднулька. Не будь то сестра, не будь то брат. Поэтому с ним никогда не портите отношения. Да, Ирочка? Да. Ирочка очень ждала своего братика Андрюшу. Она его обожает. Поэтому никакая подруга не заменит вам родного вашего человечка. А всем огромное спасибо. Давай, если вам понравилось это видео, то ставьте много-много лайков и подписывайтесь на наш канал Ирочка Инфо. Всем до новых встреч. Пока-пока, ребята.